Я хочу быть творцом самого себя, а не сотворенным. Если творец есть, я хочу уничтожить эту зависимость, а не тупо выть по этому поводу от восторга. Как вы поняли эту фразу, друзья, напишите нам в комментариях. Так, а вы что думаете? Я думаю, что эта фраза означает, что нужно слушать свой... Фигня. Вы? Вы не знаете, что делать. Я не знаю, что делать. Ерунда. Так, а вы? Я не знаю. И долго вы собираетесь не знать? Долго вы собираетесь жить на дне, не используя ваши возможности? Я вас тоже спрашиваю. И вас. Вы долго собираетесь закапывать свой талант? Жить на мизерную зарплату? Вы понимаете, что мне это не нужно? У меня все есть. Это у вас ничего нет. Это ваша жизнь не работает. Хорошо. Давайте сдадим деньги. И начнем наш сеанс. Приготовьте деньги. Если человек ничего не отдает, он ничего не может получить. Отдайте как можно больше, чтобы на незаполненное место зашло что-то ценное. Я хочу, чтобы вы понимали, что я за вас плачу. Сейчас я за вас плачу, потому что мой сеанс стоит $1 000 000. Я трачу на вас свое время, чтобы вы хоть чего-то достигли в этой жизни. Ладно, давайте начнем делать упражнения. Вставайте. Встаем, друзья, встаем. Первое упражнение у нас будет называться трансовый коучинг. Давайте, подойдите ко мне поближе. Ну что, вы будете подходить, или вы так и будете жить вот в этом, в этих соплях, в этих слезах? Я не могу так близко подходить. Так вам нужно в какой-то момент это изменить? Вы же не можете всю жизнь прятаться. Хорошо, а вы? Вы будете меняться? Да. Я меняюсь. Ну-ка подойдите поближе к своему партнеру, возьмите его за руки. Слушайте, я прекрасно помню, что я сказал. Делайте, пожалуйста, то, что я говорю. Возьмитесь за руки. Давайте руки. Ну сколько можно, а? Что я должен вот это все терпеть? Я дорогой специалист, вы понимаете? Я не могу вас загипнотизировать, если вы будете так сопротивляться. Вам нужно хоть немножко осознать, до чего вы вообще себя довели. Берите за руки быстро. Дайте ему руки. Да что ж такое-то, господи? Вы будете работать вообще? Какие перчатки? Мы на сеансе гипноза. Вы сейчас такое будете делать друг с другом? Девушка, хватит плакать. Почему на меня кричите? Потому что вы пришли сюда менять жизнь. И я ваш последний шанс. Хорошо, дайте руки, пожалуйста. Все, молодцы, подождите, пожалуйста. Давайте. Давайте руки, успокойтесь, все хорошо. Давайте. Сейчас вы впадете в транс, вам будет все равно. Так, отлично. Смотрите, теперь мы начинаем вот так раскачиваться. Делаем шаг назад. Вперед. Смотрим друг другу в глаза. Сейчас мы будем входить в транс. На меня смотрите, отлично. Входите в транс. Гипноз – это приятное состояние, вы расслабляетесь. На лице появляется улыбка, вы постепенно расслабляетесь. Смотрите в глаза, представьте, что вы видите самого любимого, самого дорогого человека. Да что такое? Так, стоп, хорошо, ладно, садитесь. Вы, мне кажется, вы просто не понимаете, чем мы тут занимаемся. Мы с вами сейчас будем погружаться в глубины подсознания, вы понимаете? В глубины вашего подсознания. И там вы найдете ресурс, который поможет вам изменить вашу жизнь. Вы хотите изменить свою жизнь? Как вас зовут?
Хочу. Как зовут вас? Да господи, ну как к вам обращаться? Зачем к вам обращаться? Затем, что вы пришли сюда, ко мне, заплатили деньги, чтобы вылезти из того состояния ужасного, в которое вы себя загнали. И я единственный, кто вам может помочь. А вы вместо того, чтобы помогать мне, мешаете. Вы мне не даете. Как я вас буду гипнотизировать, если вы будете вот так себя вести? В чем ваша проблема? Расскажите мне. Ну, хотя бы намекните. Так, ладно, хорошо. Ваша. Я не знаю. Я волнуюсь. Вы волнуетесь? Вы хотите перестать волноваться? Отлично. Вы готовы ради того, чтобы перестать волноваться, начать что-то делать по-другому, чем раньше? Вы понимаете, что вы привели себя в это состояние плачевное из-за того, что вы раньше ничего не делали? И этот сеанс — это ваш шанс. Ну что вы делали? Что? Что вы делали? Я хотела психолога. Но это все не работает. Да. Это не работает. Только мои сеансы работают. Вы же видели рекламу? Мои сеансы действительно работают. А все это остальное — это шарлатаны. Так, а вы? Я всю жизнь учился, но так и не научился зарабатывать деньги. Вот у человека нормальная проблема. Не умеет зарабатывать деньги. Нищий. Да. Хорошо. Вы нищий. Вы истеричка. Правильно? Истеричка. Ну вы волнуетесь. Волнуюсь. Не можете, не можете совладать с волнением. Нестабильная психика. Вы не волнуйтесь, гипноз вас исцелит от этого. А у вас что? Что вы все время ревете? Что у вас случилось? Ну ладно, успокойтесь. Успокойтесь. Все хорошо. Сейчас я вас загипнотизирую. Давайте, вставайте. Давайте, друзья, еще раз попробуем. Давайте, встаем. Хорошо, давайте попробуем другое упражнение. Давайте, обнимите своего партнера. Так, знаете что? Если вы вот так будете себя вести, я просто сейчас выгоню вас. Вы будете работать или нет? Вы будете работать? Да, я же заплатил. Да, вы? Да, но у него сильно затекало, аллергия начнется сейчас, я не могу так близко. Да вы будете в гипнозе, вы не заметите. Хорошо, ладно. Ладно, садитесь. Попробуем по-другому. Так, закройте глаза. Сейчас, Миш, вспомни, что театр называется «Силенсио», и вот скажи, что да. Театр называется «Силенсио», давайте начнем с тишины. Хорошо, хорошо. Так, наш театр называется «Силенсио». Что такое «Силенсио»? Это закрытость? Нет, это тишина. Давайте сейчас закроем глаза. Положим руки на сердце. Положите руки на сердце. Закройте глаза. И давайте послушаем тишину. Не надо всхлипывать. Слушаем тишину. Давайте сделаем глубокий выдох. Давайте, друзья, звучим, звучим. Не слышу. Не слышу, как вы звучите. Вы только всхлипываете. Давайте, сделайте так. Вот, уже хорошо. И начинаем раскачиваться. Раскачиваемся, раскачиваемся. И дышим. Девушка, ну расслабьтесь. Расслабьтесь немножко. Так, знаете что? Кто будет напрягаться, я выгоню.
Мы расслабиться должны, понимаете? Это гипноз. Я не могу вас загипнотизировать. Если... А? Качайтесь, качайтесь. Может быть, это у вас выходят токсины. Это нормально. Если вам захочется вырвать, это нормально. Может, на сеансе гипноза запросто может стошнить. Давайте закроем глаза и качаемся. Качаемся, качаемся. И звучим. Звучите, звучите, звучите. Вы будете звучать? А? Ну хорошо, хотя бы у. А, лучше а. Так, хорошо, друзья, закроем глаза, раскачиваемся, гудим. Хорошо, и сейчас мы будем впадать в транс. Я попрошу вас сейчас, поднимите руки над головой. Поднимите руки над головой, выше, выше. Руки над головой, выше, выше. Хорошо, еще, еще, выше, выше. И сейчас я поставлю на ваши руки замок. Я поставлю на ваши руки магический замок, который будет увеличивать вашу силу, ваши таланты, ваши способности. И давайте сцепляем руки, сцепляем сильнее, сцепляем, сцепляем сильнее, сцепите сильнее, больше руки, прямо вот так крестиком, крестиком, зажмите крестиком, давайте вот, хорошо, прям сильно их сцепите, да, максимально всю свою силу, максимально всю свою силу, отлично, и раскачиваемся, и гудим. Гудим, гудим, гудим сильнее, гудим по часовой стрелке, по часовой стрелке. Чувствуйте свою грудную клетку. Так, хорошо, хорошо. Так, гудим, гудим, гудим. Руки вверх, гудим. И сейчас, когда я скажу расцепите руки, я сосчитаю до трех. Скажу расцепите руки, вы не сможете расцепить руки. Три. Руки сжимаются сильнее. Два. Еще сильнее сжимаются руки. Один. Вы не можете расцепить руки. Я сказал, вы не можете расцепить руки. Я сказал, вы не можете расцепить. Вы нахрена руки-то расцепили? Они же расцепились. В смысле расцепились? Гудим, раскачиваемся. Мы впадаем в транс. Поднимите руки над головой. Вытянитесь к солнцу. Поднимите выше, выше, еще выше. Максимально высоко. Так высоко, как вы хотите вырасти в этой жизни. Вы поднимаете руки. Поднимаете руки и сцепляете руки в замок. Руки сцепляются очень сильно. Всю свою энергию, всю свою силу направьте в эти руки. Сильнее, сильнее, прям сильно сжимайте. Сжимайте руки, давайте, сильнее, больше, больше. Ну что, вы хотите так вот жить вяло? У вас жизнь такая будет вялая? Сцепите руки так же сильно, как вы хотите сильно любви, сильно денег. Вы хотите быть счастливой? Ну сцепите тогда руки изо всех сил. Я хочу видеть, что вы прямо сильно. Вот, хорошо. Сейчас я сосчитаю от трех до одного, и вы не сможете расцепить руки. Три, два, один. Невозможно расцепить. Так, хорошо. Вы еще недостаточно вошли в транс. Давайте снова начнем с тишины. Давайте закроем глаза. Закроем глаза. Закройте глаза. Сейчас мы погрузимся еще глубже. Давайте закрываем глаза. Обнимите себя, дайте себе поддержку. Обнимите себя, скажите, я люблю себя. Угу. Давайте. И очень с большой любовью говорите, я люблю себя. Я люблю себя. Да что вы молчите так нахрен? Вы хотите закончить как бомжи на картонке? С такой любовью к себе вы точно окажетесь... Скажите, я люблю себя, что так сложно? Сказать, я люблю себя? Или вы настолько себя не любите, что вы не можете сказать это себе? Ничего, я вас освобожу от этой ненависти. От ненависти к себе. Вы просто... Вы погрязли в ненависти к себе, а вы... И вы тоже, дорогие друзья. Что? Обнимать. И говорить, я люблю себя. С нежностью. Я люблю себя. Я очень себя люблю. Повторяйте за мной. Я люблю себя. Я очень себя люблю. Я себя поддерживаю. Начинайте себя гладить. Я прекрасный человек. Я самый лучший человек на свете.
Я обожаю себя, я дарю себе нежность. Погладьте себя по ногам. Ну кто, вы почему себя не гладите? По ногам, я сказал, по ногам. Гладим себя по ногам. Гладим, почувствуйте возбуждение. Скажите, я хочу себя. Я хочу. Я хочу себя. Я. Девушка, вы будете себя хотеть и любить? Или вы весь сеанс... Вы мешаете, понимаете? Вы мешаете, и я трачу на вас время свое. И мы все здесь. Мы все здесь тратим время на вас. Вы понимаете, что с таким отношением у вас ничего не получится? Кто тут хотел денег больших? Ну, вы понимаете, что с таким отношением у вас не будет ни денег никогда? Вы просто на картонке закончите свою жизнь бомжом. Дармоеды, лентяи, шарлатаны. Изображаете из себя тут желающих измениться, на самом деле ни хрена вы не хотите меняться. Вы хотите вот так вот и дальше продолжать, да? Влачить нищенское существование? Вы хотите? Так гладьте себя более активно. А вы? Что нет? Что не знаете? Вы хотите быть нищей бомжихой на картонке? Вы не нищая? А какая вы? У вас есть миллионы, как у меня? Я спрашиваю, миллионы есть? Значит, вы нищая. Нищая. А я сказал нищая. И не надо спорить. Если вам гипнотизер говорит, что вы нищая, значит, вы нищая. Мне лучше знать. Я ж вижу. Сейчас мы погрузимся в глубокий, приятный транс. Мы заснем, расслабимся и почувствуем максимальное доверие. Спать. Да что вы напрягаетесь? Я не могу так вас загипнотизировать, понимаете? Расслабьтесь, опустите плечи. Да, голову свесьте, свесьте. Вы начинаете засыпать, свешивайте голову, свешивайте. Свешивайте голову, я сказал. У меня плечо болит. Так, хорошо. А вы что? Вы можете расслабиться и свесить голову? Все, отлично. Давайте раскачиваемся. Да никто вас не будет бить. Давайте. Короче, знаете что? Вы не хотите успешными быть. Вы не хотите меняться. Вы хотите продолжать жить вот в этом во всем. Короче, вам не место у меня на сеансе. Все, валите. Мы впадем в приятный транс, давайте. Улыбаемся, улыбаемся. Свешивайте голову, свешивайте. Свешивайте голову, я сказал. Все, и засыпаете, засыпаете, вы засыпаете. Вы засыпаете, все, вы спите. Отлично, так, свешивайте голову. Больше, больше расслабляйтесь. Свешивайте голову, вы сейчас будете впадать в приятный легкий сон. Давайте больше, больше наклоняйтесь. Наклоняйтесь еще, еще, еще. Давайте, давайте, давайте. Голову свешивайте, свешивайте голову. Свешивайте, голова расслабляется. Расслабляется голова, я сказал. Блять. Слушайте, знаете что, валите нахрен тогда, а? Вы не хотите вообще гипнотизироваться, вы не хотите ничего менять, вы хотите оставаться бомжами на картонке. Все понятно. Все, все. Так, все. Значит, наш сеанс окончен. Мы с вами хорошо поработали. Сеанс заканчивается. Мы сейчас откроем глаза. Вы что сидите с открытыми глазами? Я сказал, глаза закрыты, и сейчас мы медленно открываем глаза. Ну все, нормально. Все, сеанс подействовал. Вы почувствуете себя гораздо лучше. Мы с вами очень много сделали. Приходите завтра еще, приводите своих друзей. Завтра продолжим. Все. Все, большое спасибо. Давайте вам поаплодируем, вы молодцы. Так, друзья, напишите нам, пожалуйста, комментарии.
Пишем? Все, все, счастливо, сеанс окончен, все, до свидания. Денег. Деньги же я им сдал, а раздал обратно. Верните деньги. А вы, друзья, присылайте деньги на наш счет. Все, спасибо, спасибо. Все, счастливо, до свидания. Ага, все, пока, спасибо. Все? Нормально? Да. Но беззвучно. Да. Угу. А ты лучше смотришь на меня. Странно. Да. Угу. Можем? Ну, камера идет, рука идет. Начали. Сработало. Значит, я могу. Любовь. Ваши руки поднимаются. Да. Выше. Сцепляются в замок. Хорошо. Суставы наливаются тяжестью. Вы не можете их расцепить. Попробуйте. Не можете. Я вам помогу. Теперь можете спать. Вы все можете. Сейчас мы сделаем вам внушение. Чего вы хотите? Я хочу петь. Хорошо. Сосчитаю до трех и сделаю внушение. 3, 2, спать. Вы поете. Вы поете. Вы камень. Вы камень. Вас омывает горная река. И вы начинаете прорастать. Все рождается из тишины. Рождается песня.
внушение. Пойте. Я делаю вам новое внушение. Вы влюблены. Вы без ума от меня. Вы любите меня. Работает! Он, у тебя только одна я работаю! Да это гипноз! Да ты баб водишь! Ах ты! Да это не водишь, это гипноз! Я содержу тебя, придурок! Ты меня содержишь, потому что я гипнотизер! Какой ты нахрен гипнотизер? Я целитель! Браво! Браво, дорогой! Маша, а как же Улан-Удэ? Улан-Батор. Улан-Батор. Замри! Ага, так. Твои руки поднимаются вверх. Поднимаются, поднимаются вверх. Хорошо. Поднимаются вверх. Руки сцепляются. Сцепляются. Фаланги тяжелеют. Спать! Спать! Ты ничего не помнишь. Ты ничего не помнишь. Ты уходишь, ты ничего не помнишь. Мы прекрасная семья, мы живем счастливо. У нас все хорошо, ты меня очень любишь. А! А! Нет! 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 Стоп! Стоп!